Всем привет! То, что сейчас творится на автомобильном рынке в России, можно назвать только бардаком и беспорядком. Причем во всей ситуации АвтоВАЗ наверняка считает этот беспорядок творческим и подконтрольным. Действительно, у автогиганта практически весь рынок на ладошке. Развиваться можно так, как вздумается, а провалы и неудачи все равно профинансируются при любом исходе. И если раньше в сравнении с нынешней обстановкой было хоть какое-то движение в сторону прогресса, то теперь не застой или упадок, а самая настоящая деградация. У Лады Приоры 2011 года были подушки безопасности, электроусилитель руля, парктроник, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев и даже АБС, мотор на 98 лошадок. То есть фактически было все, что могли только предложить на ВАЗе. И цена 354 тысячи рублей. Сейчас же ВАЗ в творческом порыве вместо поднятия качества и совершенствования продукции, а расти есть куда, мы об этом знаем, только и делает, что ищет способы поднять цену на автомобили. Про то, как происходит замещение недостающих комплектующих, и говорить не приходится. Высокоуровневые специалисты и здесь найдут способ эффективно распределить бюджеты. Lada Vesta вместо приобретения новых опций и хотя бы оснащения самыми нужными базовыми функциями делает шаг в сторону ухудшения. Теперь самая бедная версия Vesta представляет из себя следующий набор. Никаких подушек безопасности, подогрева в сидений, максимум, что здесь есть, АБС и кондиционер, за что спасибо. Машины также без аудиоподготовки. Зато имеются черные штампованные диски без колпаков, черные зеркала и такие же дверные ручки, шикарные вещевые ящички вместо аудиосистемы и гладкий руль без кнопок. Осталось еще убрать ремни, тормозные суппорты и трос ручника, чтобы наверняка. Машины в этих простейших комплектациях, а также кросс-седаны завозят в обильном количестве дилерам по всей стране. И по словам представителей автосалонов, девать эти машины уже попросту некуда. Привезли полным-полно, ставить некуда. Приходится занимать территории парковок и площади промзон. Автомобилей много, радоваться надо. Однако очередей и желающих поскорее прикупить шедевр отечественного автомобилестроения не наблюдается. На деле тут несколько причин, почему спрос на новенькие Весты заметно снизился. В первую очередь, конечно же, финансовая сторона вопроса. Платежеспособность целевой аудитории, то есть покупателей Лады, явно не улучшается. Кредиты растут в цене, а зарплаты не успевают подниматься с той же скоростью, что ценники на машины. И тут вопрос встает иначе. Не до барства и понтов, лишь бы на колесах быть. Вариантов остается немного, либо гранта, либо вторичный рынок. Есть и третий вариант. Покупку автомобиля люди просто откладывают на неопределенный срок. Во-вторых, предлагаемые пустые и бюджетные Весты, ну никак не вяжутся с понятием того, каким должен быть современный автомобиль. За ту цену, которую просит АвтоВАЗ за ранее описанную Весту, в комплектации руль, педали и мотор, а это 1 460 000 рублей, явно не ожидаешь настолько ободранной по всем фронтам машины. Особенно, когда в уме до сих пор сидит мысль, что раньше за такую сумму можно было Камри новую купить. Конечно, если хочешь хорошее оснащение, добро пожаловать в автосалон за более вменяемыми по начинке машинами. И тут во всей красе то самое экстренное замещение недостающих компонентов, которые представляют из себя китайские блоки и электронику, напоминающие собой большое собрание всего с AliExpress. А глюки этой электроники могут привести даже к дорожно-транспортным происшествиям. По статистике, все чаще люди оказываются в ситуациях на дорогах, которые не могут разрешить справедливо из-за недостаточной доказательной базы. Все чаще единственным гарантом выступает видеофиксация произошедшего. Но и тут не все так просто. Ведь даже классические видеорегистраторы с Full HD камерой не всегда могут заснять номера машины ночью или в других трудных условиях съемки. Именно по этой причине отечественные производители сейчас начали переходить на стандарт Real 4K. Полностью заточенный на дальность чтения номеров и фиксацию происходящего как солнечным днем, так и глубокой ночью. Как пример, только на днях вышедшая новинка от Trend Vision, модель TDR 725 Real 4K, что
отличает от остальных и почему именно эту модель могу рекомендовать. В отличие от многих других аналогичных устройств, тут реальное разрешение 4К, светочувствительная свежая матрица от Sony, задняя Full HD камера с большим углом обзора и сенсорный экран. Из своего опыта использования могу сказать, что функционал очень большой, устройство действительно премиальное. Сам пользуюсь встроенным GPRS-информатором с функцией SpeedCam, имеющим все актуальные и полные базы камер радаров России и СНГ. В функционале устройства также имеется сенсор жестов, магнитное поворотное крепление на 360 градусов, все это на сенсорном IPS дисплее 3 дюйма с возможностью управления, настройки, просмотра видеороликов и обновления ПО баз камер как на экране устройства, так и на смартфоне через мобильное приложение за счет встроенного Wi-Fi модуля. Ссылку на гаджет добавлю в описание под видео. Это личная рекомендация, потому что лично я щепетилен в вопросах безопасности на дороге и выборе себе устройств, в которых могу быть уверен. Пишите в комментариях, если вас интересует тематика автогаджетов и хотели бы еще слышать мое мнение о тех или иных вариантах использования. Есть еще третья причина, почему упал спрос на Весты. Это ровно то, за что мы не любим китайские авто. Отказы электронщины и бесконечные глюки всевозможных компонентов перекочевало и в отечественные автомобили. Качество под большим вопросом, к надежности масса претензий уже сейчас. Единственное, за что здесь можно зацепиться, кузов да мотор. Кузовщина перестала ржаветь с той же скоростью, как это было на старых Жигулях. А моторы все еще простые, и ремонт их не оставит с пустым кошельком в кармане. Но максимум, что готовы выложить покупатели за подобный экземпляр, это ни в коем случае не 2 миллиона, не 1,5 и даже не 1 миллион рублей. Пока народ помнит, что Веста стоила гораздо меньше 1 миллиона рублей, раскупать эти авто как горячие пирожки никто не побежит. Поэтому есть и четвертая причина, она снова упирается в деньги. Всего лишь добавив пару-тройку сотен тысяч рублей, да, по нынешним меркам это всего лишь, можно взять какого-нибудь китайца со всеми теми же прибамбасами и разнообразной электроникой. Так еще чинокар будет кроссовером, которые прочно закрепились в народе, а не просто седаном белого цвета. Многие автоэксперты, да и простые автолюбители видят корень проблемы в самом заводе и его рулевых. Пока ВАЗом правит эффективный менеджмент, никакого толку не будет. Стоянки дилеров будут пополняться неликвидными и неподходящими к нынешней обстановке на рынке машинами. А подобное безделие будет поощряться очередным пакетом финансовой помощи. Не умеете делать машины, закройте завод. А пока за такую цену пусть эти машины сгниют прямо на конвейере, рядом с заводом. А как считаете вы, когда АвтоВАЗ начнет продавать лады по нормальным ценам? Пишите в комментариях.